Вот место, где сбываются все мои мечты. Сегодня я весь вечер проведу в театре «Артишок». Ура! Чингиз в этом смысле удивительный артист. Он сам это прекрасно понимает. И, на мой взгляд, за эти 5 лет происходит удивительный рост его личности. Потому что актеров талантливых много. Мало актеров личности. Вот Чингиз из разряда актер личности. Он может невероятно много, и это никогда не сказывается на качестве работы. Даже если он не спал вообще, он придет с утра в чистой свежей рубашке, с прической, улыбающейся, и это ни на ком не сказывается, его усталость. Всем привет! Чё, все уже готово, круто, вообще классно. Подайте мне немного на пропитание, чашечку кофе. Вы еще не заварили? Заварили? Да. Пожалуйста, можно будет? Ладно, спасибо большое. Да, с молоком и сахаром. Я пока пойду переоденусь. Я думаю, что это будет очень знаковый актер казахстанского кино и телевидения и театра. Я думаю, что он внесет свой вклад именно в международный вообще как бы театральный конгломерат. Это очень важно, когда человек чувствует на себе ответственность своих способностей, своего таланта. Гардероб, который станет полным. Да. Вероника. Прекрасная Вероника. Она готовится к спектаклю, поэтому мне кажется, что актрису лучше не беспокоить перед выходом на сцену. Я желаю успехов перед началом нашей совместной работы. Спасибо. Да. Я также взаимно. Потому что я сейчас пойду на световой пульт. Его вот эта вот амбициозность и желание получать только более сложные вещи, наверное, делают из него потрясающего профессионала. Если Чингиз говорит, это легкая тня, значит, это в 3 раза сложнее, чем это должно быть. Но именно это заставляет тебя расти, и именно это заставляет тебя быть заинтересованным этим проектом. Через 20-30 минут я сяду за световой пульт и буду вести спектакль. Световую картинку, потому что я не просто артист, я еще и художник по свету в «Артишоке». В «Артишоке» все универсальные и все мега талантливые. Поехали. Так, это как у Гарри Поттера здесь комната. Я прохожу сюда. И здесь у нас вот такая вот штука. Называется световой пульт. Я здесь нажимаю различные кнопки. И слежу за артистом, который выполняет свои действия. И моя задача выставить тот или иной свет. Каждый раз спектакль «Пушкин стендап», который исполняет Вероника Насальская, в котором играет Вероника Насальская, я проживаю вместе с ней всю историю, которую написал Александр Сергеевич Пушкин. И мне кажется, что я как художник, который в книжке делает определенную картинку. Мне очень нравится спектакль, и, конечно же, помогать Веронике Насальской быть в одной команде – это самое лучшее, что может быть. Что бы он ни делал, это всегда интеллигентно, это всегда умно, это всегда эстетично, это очень, это аристократ на сцене. Аристократов сейчас очень мало. Я всю ночь готовился к роли. Я не сомневаюсь. И кое-что принес очень интересное. Ну вот представь, сцена, где я показываю, как необходимо прыгать в воду. Ну, все правильно. Далее я одеваюсь. Правильно. Убегаю. Меня должна догнать Биби. Ну все верно, все так. Говори. Ну да, я не понимаю. Шакенушка, пойми, для меня у нас в русской раме очень важны острые углы. Острые углы. Юрочка, а вот у нас в казахской драме вообще углов нет. Это большая честь почувствовать себя Юрием Померанцевым. Но больше всего, конечно, хотелось бы не просто чувствовать, а быть таким же, как он. Человеком, который полностью отдает себя профессии. Одна из первых больших работ в театре «Артишок» — это работа в спектакле «Прямо по Тулеби». Спектакль этот был экспериментальный. Идея Галины Пьяновой, нашего художественного руководителя, сделать спектакль о родном городе, об Алматы. Удивительный, совершенно уникальный проект тем, что он, во-первых, сделан
с долей иронии, с долей юмора, с долей большой, огромной долей любви к Алма-Ате. И она как раз показывает эта постановка Алма-Ату с точки зрения огромного количества персонажей. Мы выходили же на улицу очень много, мы подглядывали, кто такие алматинцы, что такое типичный алматинец. Мы же проводили опросы, у нас было три варианта премьер, три премьеры были разные. И по итогам каждой премьеры мы анкетировали зрителя, и зритель выбрал главным герою персонаж Чингиза Капина. На айфак решили? Это шутка такая, ну, у нас шутки такие, Глеб, понимаешь? Тебя как звать? Ну, морг. У нас это кто? Айтишник. Комбит. Кем любит? Сисадмин. А ты чего? Алматинка, что ли? Да. Да. Алматинка.ком. Слышал? У тебя что за парфюм? Арифлейм, нахуй. Глад. Жанр самого спектакля, там все как бы совмещают разные роли, персонажи, эпохи, характеры, ситуации. Ну, у Чингиза, конечно, там бенефис. Он там и менеджер, который работает в офисе, и аульский студент, который приехал и удивляется всем этим улицам, там, проспектам, каким небоскребам. Вот. Это в то же время Кайрат Нуртас, который такая звезда, но не именно Кайрат Нуртас, а именно такой прототип звезды, очень популярный в Казахстане, и парадокс этого явления, то есть очень хорошо показан именно изнутри, в чем психология воздействия на нашу публику, в чем особенность нашей публики. То есть рассматривается проблема как с хирургическим вот этим рассечением. Полицейский, начинайте! Вы требуете сундука, все, что нам нужно для учебы, Библию, и толстую тетрадь, о! В которой все написано. Так, мы приехали в маленький город. Толстая тетрадь называют самым жестоким текстом 21 века, потому что затрагивается тема войны. И этот материал играть непросто. Было очень трудно адаптироваться к материалу, быть приближенным к нему. И Анна Зиновьева из тех режиссеров русской школы, школы переживания, заставляла нас не просто даже на физическом уровне брать того или иного героя, но и максимально, до самого конца, эмоционально, духовно проникать в образ героя. Мне звонит Чингиз и говорит: Исулу, есть вот такая-то постановка, в общем, ничего сложного. Ты и Виктория Мухамеджанова, вы сидите все это время на стульях, и все происходит вокруг вас. Я сказала «да», потому что так всегда Чингиз меня учил этому. Мне дают 50 страниц текста, и из них половина маркером мой текст. То есть половину говорит Вика, половину я. Поверх своих очков рассматривает наши лакированные ботинки. Они совсем растрескались. Мы говорим: здравствуйте, сударь! Нам нужны резиновые сапоги, теплые, непромокаемые. Мы принесли денег. Мы выкладываем на низкий столик все наши деньги. Но тут достаточно лишь на одну пару. Но вы можете носить их по очереди. Мы говорим: это невозможно. Когда не ходим друг без друга, мы всегда ходим вместе. Вы попросите денег у родителей? У нас нет родителей, мы живем с бабушкой. Люди зовут ее ведьмой, и она не даст нам денег. Ведьма ваша бабушка? Да. Ой, бедные дети. Но нам никак не прожить эту зиму, нам совершенно необходимы. Две пары непромокаемых самых лучших сапог. Да! Но без денег ничего нельзя купить. И там была сложная система, там небольшое окошко, и я должен был, на меня надевают петлю, и я должен был самостоятельно руками отжаться от двух стремянок, которые стоят по бокам. Их зритель не видит, то есть они видят только мой портрет. И
картинка должна была быть такая, что мое тело полностью проходит от головы до ног, которые свисают, и, в общем, происходит тот самый акт убийства. И в какой-то момент, это был первый спектакль, я теряю сознание прямо перед тем, как подняться. Я был на небольшой высоте, это всего 1.5 метра, но я повредил себе несколько позвонков, называется перелом остистых отростков 6-5 позвонка грудного отдела. Очнувшись, я стою, как все актеры в костюмах стоят вот так вокруг меня. «Чингис, Чингис, ты что?» А я говорю: «Спектакль, спектакль». Я доиграл спектакль до конца. Было очень больно, зритель ничего не подозревал. Но после спектакля, конечно же, мы сразу вызвали скорую помощь. Чингис настолько сильно отрабатывает, что он считает, что если он не получит травму после спектакля, значит, спектакль не вышел. Я хотел быть космонавтом либо хирургом. Не знаю, почему так. Пока, конечно, не увидел Влада Листьева. Я учился в 1 классе. Я стал очень внимательно относиться к тому, что показывают по телевидению. И когда я увидел Влада Листьева, мне показалось, что именно таким хотел бы быть и я. Мне было там около 6 лет. Такой же в подтяжках, в бабочке. И даже однажды я маме сказал, говорю: «Мам, я вот хочу 1 сентября пойти как Влад Листьев». И мама купила мне бабочку, подтяжки. Мои родители связаны с авиацией. Папа у меня авиадиспетчер, мама стюардесса. Они никак не связаны с творчеством. Но я могу сказать точно, что у них это есть в воспитании, наверное, любовь к искусству. Пирамида, посвященная пролетарскому строительству. Делай раз. Делай два. Делай три. И... Советская брата в крае не бывает! Просто я поступил в хореографическое училище еще с Байконура. Именно там все началось, потому что я перепутал английский с танцами, двери перепутал. И тут же, увидев меня, педагог сказала: «Надо в Алма-Ату», родители послушались, хореографическое училище. Я поступил туда, и целых 8 лет работы над собой, над своим телом, над своими знаниями. Все это мне помогло стать артистом, дипломированным артистом балета. Я каждый раз плачу, когда вижу Чингиза на сцене, особенно в его спектакле «Проба». Потому что, когда он выходит на выход «Корсара», исполняя свою мечту, я прям вижу, как его наполняют эти аплодисменты. Какой он счастливый в этот момент. Разговаривая с Галиной Пьяновой, как-то раз, вот прям здесь у бара, в театре, в фойе, мы заговорили о балете. И, конечно же, вышли на тему великого танцовщика Рудольфа Нуриева. И тут же зародилась идея у Галины и у меня сделать биографический спектакль. Я, естественно, изучил биографию Рудольфа Нуриева и, поняв, что очень много вокруг него различных историй, очень много всевозможной шелухи, кто-то говорит одно, кто-то говорит другое, и я решил интуитивно пойти лабораторным методом, с помощью пластики изучить то, какие были отношения у Рудольфа Нуриева с его родителями, какие были отношения у него со своими педагогами, какие были отношения с мужчинами и какие отношения были с женщинами. И, конечно же, самое главное, какие отношения у него были с Богом и профессией. У меня были свои какие-то личные проблемы, какая-то недосказанность, потому что как раз в тот момент, когда я должен был получить одну из вариаций, это был 1 курс, а я вдруг попал в кино. И у меня осталась та какая-то боль и ощущение несправедливости, что у меня этой вариации не было. И только спустя столько времени, спустя 11 лет, я разрешил эту ситуацию с помощью этого спектакля. Я станцевал вариацию из балета «Корсар» так, как бы я хотел ее станцевать, как Рудольф Нуриев. Это был телесериал «Саранча» по заказу агентства «Хабар». Для меня это была большая честь и, конечно, большая удача, что Абайс-адвокат Свечкарпыков
в помощи с Галиной Ефимовой приняли решение взять меня на одну из главных ролей. И в течение полутора лет я узнал, что такое кинематограф, что такое магия кино. После окончания телесериала я понял, что мой точный выбор — это профессия актера театра и кино. И тогда пришла идея поступить во ВГИК. Это была мечта, на самом деле, еще моей мамы, когда она в молодости переписывалась с Институтом кинематографии. Но на тот момент она уже была беременна. Отец ей не разрешил поступать, уезжать куда-либо. Мама ездила со мной в первый год поступления в Москву. Это был 2004 год. Она очень переживала, очень волновалась. Она каждый раз ходила со мной в институт, несмотря на то, что мне было уже там 17 лет. Волновалась, но, к сожалению, я прошел только в 50-ку. Я помню тот момент, когда мама... Мы пришли в общежитие на улице Бориса Галушкина, и мама пыталась всячески скрыть слезы, и она легла на кровать, отвернулась в сторону стенки и просто очень, ну, очень тихо плакала. Я такой думаю. А я сижу и думаю, ну, мне тоже очень больно. И я помню, я внутри себя сказал, что я обязательно сделаю так, что я поступлю. И я взял себе ровно год для того, чтобы достичь цели. И я сказал себе, я сделаю все, чтобы эта мечта случилась. Не только моя мечта, а прежде всего мечта мамы. И я со второго раза поступил во ВГИК самостоятельно. Это был большой конкурс, 2000 человек. Алиса, Алиса, я здесь! Беги, беги! Бери его, бери его! Не ори! Тихо, поднимай! Не ори, тихо, не ори! Беги! 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 И несмотря на то, что у меня был диплом артиста театра и кино, я соглашался даже на участие в массовках. И моя первая работа, я не стесняюсь этого, это массовка в фильме «Нереальная любовь» Амира Каракулова. И согласившись на массовку, далее в съемочном процессе, познакомившись с режиссером, режиссер был очень удивлен, Амир Каракулов, он говорит, да ты что, ты закончил в ГИК? Амир сказал, я очень рад, что ты у меня в массовке участвуешь, но я тебе выпишу эпизод. И у меня получился полноценный эпизод в картине. Дмитрий Копылов звонит мне и предлагает прийти в театр «Артишок» для того, чтобы попробовать меня на одну из ролей в спектакле «Норд-Ост», посвященному теракту на Дубровке. Это документальный спектакль по пьесе немецкого драматурга. Я помню, что был момент, когда я сказала, ну нет, там эпизодическая роль была. Я говорю, ну нет, артиста, ну как-то я даже не знаю, я как-то растерялась. Они говорят, а вот ты знаешь, в городе есть такой великолепный парень, Чингис Капин, и он, в общем-то, сейчас без работы. Я говорю, давайте. Они позвонили, и первый мой шок от того, что они говорят, сейчас он будет. Я говорю, в смысле сейчас? Сейчас он через 5 минут будет. Оказалось, что про Капина в городе знают все. Что Чингис Капин звезда, что он очень известный артист, что очень, кроме одного человека, наверное, это Галины Пьяновой. И, конечно, когда Чингис вышел на сцену, это абсолютно было понятно в репетициях его уровень и его генетическую одаренность. И я говорю всегда спасибо его родителям и Богу, который его поцеловал в макушку. И в этот момент я знакомлюсь со всей труппой театра. Это великолепная Галина Пьянова, очаровательная Вероника Насальская, Анастасия Тарасова, Виктория Мухаммеджанова. И именно с того момента, в этот день, у меня появляется большая семья, большая любовь к театральному делу. Я становлюсь актером театра «Артишок». Что Лиза делала? Тише. Еще раз скажи, что случилось. Я думаю, у меня сестренка умерла. Серьезно? Да. Сколько ей? 17. Сильно, что ли? Жесть. А
что случилось? Не знаю, порог сердца. А с тобой можно? Куда? В палубу. На похороны. Зачем? На похороны. Как-то раз Ирина Равина подходит ко мне и говорит: у меня есть прекрасная идея, которую я давно-давно ношу в себе, и пришел момент, когда я должна его реализовать. Чингис, сыграй Фрэнк Синатра. Я такой: вау! А я обожаю Фрэнка Синатра, я обожаю все, ну, как бы песни все его. Вы знаете, у меня вообще ощущение, что эту постановку осуществляла не я, не Галина, а ни Чингис и ни Айсулу. У меня такое ощущение, что это Фрэнк Синатра его выбрал, честное слово, потому что у меня даже мысли не было, кого взять. И мы приступили к работе. На тот момент Галина Пьянова сказала «да», несмотря на то, что она находилась в Новосибирске, а потом сразу в Грузии, и спектакль был поставлен через скайп. Мы его репетировали в 8 утра и в час ночи, потому что, учитывая разницу во времени, Галина могла только вот с утра или поздно ночью. И это были большие нервы, потому что это большая сцена, это самый большой зал, на который я когда-то работала. Один. Они кидают монетки в тебя, это надо ребятам предложить, они кидают монетки. Причем да. Это пусть это не будет скупым жестом, а прям побольше. Ага, прям много монетки. То есть смотри, ты допел? Ага, и сразу. Остался? Да, я остался здесь, я остался здесь. Оф Америка! Репетиции по скайпу и выпуск спектакля без режиссера, это, наверное, очень смешно. Ну, я не знаю, это, для меня это было очень стрессово, я догадываюсь, как для ребят. Но, слава богу, спектакль идет, я приехала, мы работаем, каждый раз работаем над этим спектаклем. Это всегда нервы. Но Фрэнк Синатра и Эдит Пиаф – это те люди, которые жили на нерве, на постоянном нерве. Поэтому я даже не переживаю, что завтра спектакль, а мы до сих пор там не вспомнили текст финальной сцены, а там много текста. Потому что, мне кажется, и у Фрэнка Синатры, и у Эдит Пиаф было именно так. Да, он тот человек, который умеет отдавать, он умеет воздействовать на зрителя всегда заводяще, в разном жанре. Он, для него подвластна и комедия, и драма, и мюзикл, и трагедия, я думаю, он в скором времени возьмет этот жанр очень серьезно. И он очень понимает, что такое инструмент, что такое его тело, что такое его лицо, что такое его голос, что такое, как распределяться в этом инструменте, как его настраивать, как его расстраивать, если нужно, и так далее. Он, конечно, артист, только артист.